Привет, с вами Диана Воробьева, и в сегодняшнем видео я расскажу о том, как я съездила в Ярославль на соревнования. Привет, меня зовут Диана Воробьева, и в сегодняшнем видео я расскажу, как я съездила в Ярославль на 2 дня со своей подругой Аленой Афониной. Итак, мы приехали с ней на конюшню, выпустили Оливию со стряком и ждали коневоз. Коневозка приехала, мы собрали вещи, и потом мы отправились в Ярославль, собственно. И загрузили лошадей и поехали. Ехали тихо, спокойно, я успела поспать полчасика. Потом проснулись. Я предложила Христине Алексеевне и ее мужу колбасы покушать, бутербродов. Кое-как мы открыли, кое-как все съели. Потом сидели, угорали. Не помню почему, но смеялись. Дальше мы уже стали подъезжать к Ярославлю. Мы приехали на базу, конно-спортивную школу. И там уже шел кросс. Мы пропустили, как проехал веник. Это Екатерина Венедиктова. Потом мы успели посмотреть на Леру Мишину после того, как выгрузили всех лошадей. Чего? На рамба-самба. Ну скажи это! Лера Мишина выступала на коне, который мне очень нравится. Его зовут Рамба-Цамба. Дальше мы... Я пошагала с Пашей. Видео снимаю. Ксюша. Блин, там все засвечено. А, ясно, я даже не успела подойти. На нас накричал дяденька с Аленой, потому что, ну да, он вежливо сказал, что, короче, нельзя выгуливать тут лошадей, потому что траву недавно обработали, и у него могут быть колики. Но коликов у него, слава богу, не было. Дальше мы с девочками потоптались по конюшне, они все сделали со своими лошадьми. И мы потом поехали ночевать к Лере. Ну, там поночевали, повеселились. Вот. Утром поехали на конюшню на соревнования. Все, мы пошли влог снимать. Дина, помаши. Просто у нас спонсор передачи Зорина Ольга Батькова. Спасибо. Да подожди, попущу. Давай. Все, пошли, пошли, пошли. Я тебе могу снимать, что хочу. Короче, пошли вы на манеж. Оля, если что, он у меня. Если что, она его разбила. Хорошо. Он реально что-то хреновенько фокусирует. Ну ладно. Блин, я реально толстая. Мы, короче, сейчас идем камеру в новую конюшню. Нам очень весело. Блин, мне кажется, я сейчас его кукну. Если я его кукну, Оля меня убьет. Full HD качество. Да, там, короче, разминаются уже люди. А мы типа крутые, идем снимаем. А где я буду переодеваться? Я не знаю. В туалете. Ой, я чуть тут не навернулась на этой веревке. Короче, ребята, мы. Всем привет. Мы в Яриковской конюшне, как вы могли уже заметить. Нет, вы не могли заметить, потому что я же вам не сказала об этом. И тут вообще нет конюшни, тут одно поле какое-то. Блин, у меня рука устала, я больше не могу. Да, сейчас мы, короче, пойдем в новую конюшню. Благодаря Ольге у нас теперь будет Full HD. Так. Мы зашли в новую конюшню. О, тут прохладно. Тут очень холодно. И вам не видно моего лица. О, все, видно. Отлично. И, короче, тут вот Остер стоит. Аня, молодец. У меня нет денег. Толстый. Привет. Ой, толстый сидит. Ярик, помаши ручкой. Мне никто не раз, но твой денег. Это толстый, а это Ярик. Это толстый. Тут Ярик. Блин, нормально. Толстый. Охренеть, я тащусь. Короче, мы сейчас идем в нашу конюшню, где стоят мои лошади. Мои лошади. Блин, да я снимаю свои сиськи. Мы сейчас идем в конюшню, где стоят мои лошади. Класс. Обожаю Олю. Оля, спасибо. Люблю тебя. Все, мы идем в конюшню. Мы уже прошли калитку. Стас, Сергей, помашите ручкой.
Хорошо. Темнота, друг молодёжь. Он меня не видит. Проснись, алло, привет. О, мне надо, надо мне надо где-то... Где-то на манеже, наверное? Мне надо где-то высротиться. Там выучили маршрут. Первый маршрут был 80. Я думала, мы уже опоздали, и тренер уже приехал, а мы как раз-таки вовремя пришли. И доехали очень быстро. Дальше, так как 80 было первым, а повелитель, это конь, на котором я сейчас езжу, повелитель ехал 80 под Олей, то я стала его собирать. Какая сама плачет? Не знаю. Оля, ты волнуешься? Да. Нет. Она говорила, что да. А ты волнуешься за Олю? Да. А Оля волнуется? Ее жизнь в руках Оли так-то. Ты спросишь, ты волнуешься за себя? Я хотела сказать. Ты волнуешься за себя? Нет. Че ты врешь-то? Да мне насрать. Че врать-то? Как будто упираешься. А за Пашу волнуешься? Че мне за него волноваться? Там пулюха уже. Не прыгнет, так не прыгнет. Нельзя Пашу обижать. А Паша, прыгнет. Паша прыгнет. Ну, так Паша, нельзя меня обижать. Хорошо. Этот комплект. Ума... А, вы сказали, что надо платить за винник. Где? Мы им не сказали, это Света. Постоля. Ксюша сошла с ума. Что? Вот курбет. Да? Кто на курбете? Я на курбете. Она на курбете, хорошо. Это да, 150. Оля? Там отдельно для меня будут маршруты, и я буду... Вот ты на острове, что ты мне врешь. Так я еще и на курбете 150 поскочу. А я на плюше. Да. Ты кто? Это такая, такой бомбовоз есть. Хайвей сан? Да, не надо. Пошли. Надо, вчера нафоткались. На фотоаппарат? Да. Пошел. На, и провожаем Олю на поле боя. У-ху, ни хрена не видно. А где я? Что случилось? Что с ним? Вот и я. Отлично. Там Оля. Здесь ничего. Ой, не то сказала. А перепрыгнуть? Все, отлично. У меня так рука уже болит. Как они это делают? Вот не тяжело им с такой хреной натаскаться? Всем нормальным людям. Алисе, например. Паша! Солнце! Ты где хочешь ты сесть? Загляни в оконце. Я хочу прямо у входа. А, ой, прости. Оля, суди на банкете. Эпик. По-моему, я больше, чем больная. А, да. Где судишься? Вон там? Вон там? Да, да, вон. Не уверена. Я, по-моему, странно вижу, махая фотиком. Да нет, все привыкли. Как я тут оказалась? Как ты сюда попала? Да. Давай фоткаемся вот так. Сегодня нам очень весело. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, ну, типа, выставишь шурку, я тебя буду вот так снимать. Типа я? Ты шурку выставишь, а я тебя вот так снимаю. Сеня, иди на лошадь. Иди на лошадь, Сеня, дай фотика. А чего она смотрит? Магия. Катя, а что делать? Пушка, Катя, ты знаешь, палочкой, она там тебя весь просто помахала. Ручками помахала, фотками помахала. Катя, Катя, я не ту кнопку. Дина не ушла с маршрута. Привет, мое позорище, куда побежала? После того, как я его собрала, Оля выехала на нем, 80 отъехала, у нее второе место.